так, я думаю, нормально. Хорошо. А что сейчас мечтаешь о школе? Поступить. Любимый предмет? Математика. Любимый учитель? Все любимые. Самый запоминающийся урок до сегодня? Немецкий. Тему можешь помнить? Самый смешной случай в школьной жизни? Таких много было. Может привести? Да ничего такого не вспомнил. Самый страшный момент? Когда ждешь, пока в песке вызовут. Самый страшный урок? Что ты успела сделать для того, чтобы тебя запомнили в этой школе? Что ты хотела бы сделать, но не успела? Ну, может, учиться получше. Кем ты хочешь стать сейчас? Врачом. Ты в приметы веришь? Да. Какие? Разные. Народные какие? Ну, какие? Ну, в черную кошку. Ну, да, черную. Что еще? Что ты вот сделаешь, прежде чем пойти на экзамен? Не работать буду. Ну а с примета что ты сделаешь? Пожелаю удачи себе. Да. У тебя есть лучшие друзья? Да. Ирка, Марина. Что бы ты пожелала своим одноклассникам? Ну, чтобы пошли, поступили туда, куда хотели, влюбились в жизнь, всего того, чего хочет. Чему бы ты больше всего удивилась? Что Касабудские выше поступили. Какой самый страшный проступок ты совершила? Не учила уроки. Кто и как больше всего тебя ругает? Учителя, что там не стараюсь, например. Или родители тоже. Кто наибольшее влияние оказывает на твое мнение? Мама. Что бы ты пожелала первоклассникам, которые придут? Ты себе представляешь встречу через 10 лет своих одноклассников? Будет ли она? Будет. Ну, кто-то потолстеет, кто-то похудеет. Может, на лице изменимся. Уже там что-то в жизни добьемся. Может, кто-то замужем уже будет. Хорошо. Любимое блюдо. Как тебе нравилось питание в нашей школе? Оладьи любила. Хорошо. Для чего ты использовала школьные учебники?
если не по назначению? Подложить под что-то, если не надо. Скажи, пожалуйста, вот по окончанию школы любого класса, как ты поступала со своим денежками? Не, у меня старые есть. Все? Ну, не все, с класса так начинаю. Хорошо. Вот скажи, пожалуйста, если будут у тебя свои дети, как ты будешь относиться по поводу учебы? Ну, где-то понимать буду, если предмет тяжелый, а где-то наоборот, так, добить.